Вероломное вторжение Германии в июне 1941 года застало СССР врасплох. Мы жестоко поплатились, доверившись Гитлеру и его псам. Хорошо обученные и оснащенные, немецкие войска ураганом прошли по нашей земле до самой Москвы, прежде чем мы смогли остановить их. Миллионы сыновей и дочерей России заплатили за победу своими жизнями, но показали всему миру, что Германию можно победить. Сейчас фашистская военная машина рвется к нефтяным месторождениям Баку и к нашему дорогому Сталинграду. Но враг не пройдет. Красной армии больше не придется отступать по собственной земле. Сталинград мы не отдадим. Здесь мы уничтожим захватчиков или умрем. Немцы полагают, что 62-я армия почти разбита. А зря. Нам крепко досталось, но мы готовы защищать Сталинград до последнего бойца. Мы заняли оборону в городе, хотя единственный безопасный путь для подкреплений пролегает через Волгу. Наша артиллерия передислоцируется на другой берег. Она по-прежнему сможет стрелять, но достать ее немцам будет тяжело. Пришло время наступать. Пора вернуть себе каждый квартал, каждую улицу, каждый завод, отнятые у нас захватчиками. Мы всегда будем рядом с врагом, превращая его жизнь в кошмар. Каждый фашист будет знать, что он всегда на прицеле, и что смерть уже точит косу для него. Наша оборона должна продержаться как можно дольше, чтобы дать время организовать оборону города. Когда мы займем позиции, ни один советский солдат не отступит, пока у него будут патроны и пока ему будет где укрыться. Мы раздавим боевой дух врага, а когда он будет надломлен, окружим и уничтожим его безо всякой пощады. Мы красноармейцы! Мы не сдаемся и не отступаем! Победа или смерть, как приказал Сталин! Ура! Смотрите! Вечно готовы! Откройте меня на секунду! Сентября 1942 года. Западные районы Сталинграда. Вчера ночью
немцы захватили красные казармы. Многие наши товарищи, наши братья пали, обороняя их. Сегодня наш черед мстить. Мы выбьем врага из казарм по приказу генерала Чуйкова. Мы проникнем к врагу и навяжем ему рукопашную в развалинах. Фашисты не устоят перед нашим натиском. Им придется либо отступить, либо сдохнуть на месте. Сначала мы атакуем административное здание. Оно построено на века, и враг, скорее всего, организовал оборону там. Возьмем здание внезапным штурмом. Отсюда мы выдвинемся к старому госпиталю. Стремительность наша союзница. Когда оборона врага будет прорвана, ему нельзя будет дать опомниться. От госпиталя направимся к школе политактива, которую отобьем у фашистов. Последней целью станет атака и зачистка склада в углу казарм. К этому времени сопротивление врага будет сломлено, и мы будем гнать его перед собой. За Родину, товарищи! В атаку! Ура! Товарищу Сталину нужна победа! Так дадим ему победу! За Сталина! Ура! Ура! За Родину! Не дайте ему вырваться! Запавших товарищей! Держи, и рыпайся!
давай же! Погодите, друзья! Мне это все не нравится. Вражеская пехота! Дел, Фрица! Подыщем! Закончить уже проклятого фашиста! Пулемет! Сентября 1942 года. Бойцы, смирно! Нам предстоит нелегкое дело. На протяжении многих дней вокзал обороняла 10-я дивизия НКВД, но от нее почти никого не осталось. Теперь наш черед идти в бой. Нам приказано захватить район и оборонять его от дальнейших атак врага. Будем стоять насмерть до тех пор, пока не перебьем всех немцев. Мы — гвардейцы Родимцева. Даже если мы сгинем здесь, мимо нас не проскочит ни одна фашистская сволочь. Сначала мы попытаемся остановить их наступление в самом депо. Бейте фрицев любыми способами, товарищи! Вторая линия обороны пройдет через здание вокзала. Его бомбили, жгли, но он выстоял и теперь станет для нас нашей твердыней. Будем оборонять северную часть как можно дольше. Если мы не дадим фашистам ворваться в здание, им конец! Следующая линия обороны пройдет через центральный зал. Пусть враг сражается за каждый сантиметр здания. Последняя линия обороны пройдет через южный зал. Оттуда отступать нам уже некуда! Мы победим! Хватит немцам копошиться в Сталинграде! Нам удалось остановить их, товарищи! Фашисты в отчаянии!
Мы займем оборону здесь! Вперед! Победе! Осторожно! Вдруг он еще жив! Даже не думай, Фриц! Пошел к черту! Саланчи, убейте его! Прикончить!
Дахни! Сигнал, обходите! Soviet Union. Вокзал в огне. Стены взорваны. Все искорежено. Но наши солдаты продолжают бой. Уже вечер, а фашисты до сих пор не могут захватить здание. Бои на металлургическом заводе идут с перерывами. То угасая, то разгораясь с новой силой. В коротких рукопашных в ход идут штыки, саперные лопатки и приклады. Гвардии лейтенант Антон Кузьмич Драгон, 13-я гвардейская дивизия. 19 сентября 1942 года, Сталинградский элеватор. Товарищи, ситуация крайне серьезная. Мы отрезаны от 62-й армии. Мы окружены. Надежды мало, но мы сделаем все возможное. Наша армия и наш народ смотрят на нас. Они надеются на нас. Немцы атаковали элеваторы раньше. И они понимают, что мы не дрогнем. Враг уже понес тяжелые потери здесь в прошлый раз. Пока мы внутри здания, их артиллерия и танки бессильны. И поэтому они попытаются выбить нас отсюда пехотой. И будьте уверены, они за это заплатят. Во время следующего штурма мы попробуем остановить врага у Весовой. Бейте фрицев на открытых подступах. Если их окажется слишком много, перегруппируемся и займем оборону на конвейерной башне перед элеватором. Врагу снова придется пересекать открытую местность. Пользуйтесь этим. Если нас отбросят назад, элеватор станет нашей крепостью. Фашистам придется драться за каждую ступеньку, за каждый этаж. Займем оборону на первом этаже и не дадим врагу закрепиться в здании. Затем перегруппируемся на втором этаже. Если придется отступить и оттуда, займем последнюю линию обороны на четвертом. Но отступать оттуда мы не сможем. Да и некуда будет. Товарищи, мы знаем, каков наш долг. И мы выполним его ради товарища Сталина, во имя этого города и нашей Родины. Фашисты не пройдут. Это Сталинград, город, носящий имя нашего великого вождя. Символ нашей силы. Бойцы! Соберитесь и займите оборону! За Сталина! Немецкая пехота! Беги! Улем, пролем! Я свой! Прикройте меня! Не стрелять! Он помер!
найдешь смерть твоей земле, гадюка! У нас кончаются патроны, и взять их неоткуда, так как мы окружены. Еды нет. Питаемся остатками зерна из элеватора. Нет и воды, а также связи с полком. Сдаваться мы не собираемся. Будем продолжать сражаться. Возможно, это наш последний бой. Творится кошмар. Все вокруг и внутри элеватора горит, но мы держимся и отражаем атаки. Иосиф Абрамович Бутенко, командир пулеметной роты, оборонявший элеватор. 26 сентября 1942 года, Спартановка. Товарищи, всего лишь 3 коротких недели назад мы приняли здесь первый бой. С тех пор тут воцарилось затишье. Фашисты успокоились, полагая, что им ничего не грозит. Они сильно ошибаются. Мы напомним врагу, что он скорее сдохнет, чем захватит Сталинград. К этой атаке они не готовы, а потому нам поможет элемент внезапности. Штурмовые группы должны двигаться быстро. У нас есть гранаты, автоматы и храбрость, товарищи. Начнем с атаки на здание сельсовета. Командиры отделений, достичь этой цели как можно быстрее. Ударьте по немцам со всей силы, пока они не опомнились. Зачистив здание, пробивайтесь через старые жилые кварталы. Сначала второй, потом первый. Когда выйдете на позицию для штурма церкви, прикройте бойцов на другой стороне улицы дымовой завесой на случай, если у немцев вдруг есть еще силы обороняться. И убедитесь, что в домах позади вас не осталось ни одного фашистского мерзавца. По возможности прикрывайте решающий штурм из пулеметов. Итак, выдвигайтесь быстро, атакуйте изо всех сил. Этой атаки они не ждут. Товарищи, враг почти загнал нас в Волгу. Но всех нас не перебить. Своей атакой мы выиграем время для наших братьев. Победа или смерть! Бригада! Смерть фашист! Сохни, гад! Давай же! Нет!
бой! Перезаряжаю! Смотрите! Помедленнее, друг. Пулеметчик! Берегись, по нам стреляют! Я его прижал! Ну давай же! Вроде убил! Не дождешься мои силы! Видите, мать вашу! Бейте, гада! Его убили! Бежали! Добивайте! Заряжаю! Все, убей его! Вроде убей, вот тебе, тварь! Инфантри! Береги! Помедленнее, друг! Убей из сил! Не дождешься моей смерти, фриц! Я под огнем! Нет смерти фашистам! Все равно буду бить фашистов! Я под огнем! Фрицы! Бей немецких гадов! Погоди, здесь, товарищ командир! Октября 1942 года. Вчера фашистские гады выбили наших бойцов из этого квартала. Сегодня мы намерены его вернуть. Враги отрезаны от основных сил, а потому мы можем истребить их всех до единого. Сложнее всего будет перебраться через овраг в квартал. Штурмовой группе придется вихрем ворваться в самую гущу врагов. Не останавливайтесь ни перед чем. Выпускайте дымовую завесу и под ее прикрытием атакуйте. Очистите первый квартал от врага, чтобы рота смогла подойти на помощь. Затем будем прорываться к Дому культуры. Маршруты уже известны. Прямо через подвал в обход. Главное — проникнуть в здание
и уничтожить врага. Сломите их дух, пусть бегут, а затем гоните фашистов мимо старой бани в сквере и дальше через гастроном. Гвардейцы, помните, в случае промедления во враге и на мостах прорывайтесь дальше любой ценой или наступлению конец. Выбейте ублюдков из их уютного гнездышка, и чтобы ни один не ушел. Фашистские захватчики думают, что мы деморализованы. Так покажем им, из какого мы теста. Ни шагу назад, только вперед! К оружию! Не сдаваться! Идите, идите! А я передохну пару секунд. Осторожнее! Осторожнее! Возьми! Наши солдаты мужественно защищают каждое здание, каждый метр родной земли. В одной из контратак отряд комполка майора Савкина попал в отчаянное положение. Их окружили враги. Они бились до последнего патрона и погибли, как герои, но не сдались. Виктор Георгиевич Осмоловский, 351-й стрелковый полк. 12 ноября 1942 года. Дом Павлова. Товарищи,
Мы удерживаем этот дом на площади 9 января в течение 6 недель. Но атакам гитлеровцев все нет конца. Скоро мы ожидаем еще одну. Наша задача — остановить врага в развалинах дома Заболотного. Пулеметчики, тщательно выбирайте позиции. От вас потребуется максимальная огневая поддержка. Там должна была остаться пара Максимов. С ними будет легче. Мы окопаемся в развалинах. Позади нас дом Павлова. Фашисты пойдут, как обычно, с юга и запада. Всем быть начеку. Если не сможем удержаться здесь, отойдем к дому Павлова и обороняющимся там бойцам. Но отступать будем только, если не будет другого выхода. Перегруппируемся в доме Павлова у противотанковых позиций. Пулеметчики будут прикрывать нас огнем тяжелых пулеметов из дома. Сегодня мы уничтожим еще больше гитлеровцев. Копошиться в Сталинграде. Нам удалось остановить их, товарищи. Фашисты в отчаянии. Мы займем оборону здесь. Вперед! Победа! Ух ты! Здесь!
ответный огонь! Никуда не денется! Патронов почти не осталось! Soviet Union. День за днем мы держим оборону. День за днем мы отражаем попытки гитлеровцев ворваться в дом, убивая их десятками. Нам приходится очень тяжело, но мы помним слова комдива генерала Родимцева, который сказал, что гвардейцы отстоят Сталинград или умрут. Гвардии сержант Яков Федотович Павлов. 13-я гвардейская дивизия. 13 ноября 1942 года. Нижний поселок завода «Баррикады». Бойцы, нам предстоит нелегкое дело. Мы все сражались здесь, за баррикадами. Немцам позарез был нужен этот район, и они бросили в бой своих лучших штурмовиков. Мы их перебили. Сегодня земля здесь снова покраснеет от фашистской крови. Мы зайдем к ним с тыла и ударим. Используйте элемент неожиданности. Подберитесь как можно ближе перед тем, как открыть огонь. Наш снайпер прикроет наступление. Первая цель – дом номер 81. Снайпер, ты прикроешь штурмовые группы огнем, убивая гитлеровцев, мешающих атаке. Внимание на офицеров и пулеметчиков. Как только кто-то из них высунет голову, убивай без пощады. Оттуда начнем штурм П-образного дома, который немцы называют комиссарским. Сначала захватим северную часть и затем пробьемся к южной. Снайпер, возможно, ты тоже будешь сражаться внутри. В последнем рывке пойдем через улицу в здание с аптекой на углу. Штурмовую группу нужно будет прикрыть дымом, пулеметным и снайперским огнем. И помните, товарищи, один выстрел – один фашист. Фашистские захватчики думают, что мы деморализованы. Так покажем им, из какого мы теста. Ни шагу назад, только вперед! Прикройте меня! Умрите, гады!
чертов Фриц! За Сталина! В атаку! Ура! Есть! Вражеская пехота! Я без сил. Вижу. Смотри, гад! Боец убит!
товарищи! Держать оборону! Северо-западный периметр города стал местом жестоких боев. Каждая улица и каждый дом превратились в боевые плацдармы. На окраинах идет рукопашная. Зачастую немцы оккупируют первый этаж, а красноармейцы продолжают оборонять второй и третий. Бойцы отрывают половицы, проделывают отверстия в потолках и стенах. Бои идут в квартирах и коридорах. Неизвестный русский солдат. 4 декабря 1942 года. К северо-западу от Сталинграда. Товарищи, на прошлой неделе мы наконец-то прорвали оборону врага. А сегодня мы должны окружить гитлеровских стервятников в их логове. Перед нами один из вражеских аэродромов. Скорее всего, он под защитой бронетехники, которую мы уничтожим. Повторяю. Наша цель – бронетехника. Пехота пойдет за нами и разберется с личным составом. Никакой жалости и пощады. Вспомните наших бойцов, оборонявших Сталинград последние 3 месяца, чтобы дать нам время на подготовку. Пришел наш черед выполнить свой долг. Снег затвердел, и помехой не будет. Пойдем на полной скорости к аэродрому и уничтожим все фашистские танки, какие найдем.
Нужно быстро прорываться дальше. Во время штурма их бронетехника, скорее всего, отойдет к развалинам здания администрации для перегруппировки. Не упустите ни одного фрица. К югу находится запасной аэродром. Подавите любое сопротивление там, чтобы освободить правый фланг от помех. Зачистив аэродром, поворачивайте к вокзалу в Гумраке. Это последний район, где может сосредоточиться бронетехника врага. Будьте начеку. И удачной охоты! Вермахт споткнулся, товарищи! Наступление остановлено! Враг деморализован! Так прогоним захватчиков назад в Германию! Так точно! Все в рабочем состоянии.
видать. Разрушили улицы и сравняли с землей заводы Сталинграда. Но все же город остался нерушим. Его выжженные дома, развалины, каждый его камень — все это священно для нас. Мы клянемся защищать Сталинград до последней капли крови, до последнего вздоха, до последнего удара сердца. Мы не дадим врагу подойти к Волге. Мы клянемся, что не посрамим свое оружие и отдадим свои жизни в борьбе. Клятва защитников Сталинграда. Подкреплений, подходящих с другого берега Волги. 12 января 1943 года. Завод «Красный Октябрь». Внимание, товарищи! Несмотря на то, что из степи доносится канонада нашей артиллерии, с фашистской мразью еще не покончено. Они идут в атаку снова, и мы снова должны их остановить. Это наступление захлебнется. Может быть, они надеются прорвать наши ряды,
и удрать, или расширить зону окружения, какая разница? Главное, что они заплатят нам за все, что сделали с нашим городом. Враг наступает через отделочный цех. У нас мало времени, чтобы занять оборону, но мы сделаем все возможное. Занимайте укрытие и уничтожайте противника. Все как всегда. Вторая линия обороны пройдет через развалины кузнечного цеха. Сможете укрыться за обломками камней и в подвале. Используйте это с умом. Следующая линия обороны проходит через сортировочный цех. Там есть окопы, и мы сможем укрепиться в помещениях администрации в центре здания. Последняя линия обороны пройдет по складу готовой продукции. Там полно укрытий, а также открытых пространств, которые врагу придется пересекать. Ни шагу назад, товарищи. Пусть наступают. Враг будет уничтожен. Солдаты, остались лишь очаги сопротивления. А теперь ступайте и зачистите район от большевиков. Похоронят, Фриц! Укрытие! Перезаряжаю! Ну что? Кто тебе попался, а? Фриц! Прикройте меня на секунду! Укрытие! Прикройте меня на секунду! Быть наготове! Я ранен! Я его прижал! Обходи!
Подождите! Ваша пехота! Никуда не денется! Фашисты! Сдохни уже! Прикройте меня на секунду! Укрытие! Я его прижал! Осторожно! Вдруг он еще жив! Попал! Попал! Догнал бута! Помогите мне! Фашисты! Умрите, гады! Он прижат! Вражеская пехота! Ну что? Береги! Восемнадцатое января 1943 года. Завод «Красный Октябрь». Товарищи, пришло время покончить с фашистами. Они в окружении уже много недель. Я знаю, что вы устали, и что мы потеряли много хороших бойцов. Но сегодня мы завершим бои за «Красный Октябрь» одним решительным ударом. Нам хорошо знакомы эти места. Мы знаем, где может таиться враг. И мы также знаем, что на этот раз фашисты будут драться насмерть. А потому пусть саперы взрывают очаги сопротивления ко всем чертям, чтобы их куски долетели до Германии. Сначала займем склад готовой продукции. Будьте начеку, и никакой пощады врагам. Здесь и так полегло много наших бойцов. Зачистите склад и двигайтесь дальше. Будьте осторожны, пересекая сортировочный цех. Придется прорываться с боем. Сапер, взорви помещение администрации в центре. Это упростит дело. Как можно быстрее прорвитесь через кузнечный цех. Обороняющихся там будет мало, но не стоит рисковать понапрасну. Последние фашисты окопаются в отделочном цеху. Найти их всех и уничтожить. Если нам повезет, это будет последний бой за «Красный Октябрь». Увидимся после боя. Ну что ж, в атаку! Фашисты окружены. Они недооценили нас и не смогли захватить город. Пришло время расплаты! Гарантия! Товарищи! Спасибо!
же этого фашиста! Выходи, вперед! Сдохни, фашист! Никуда не денется! Ложись! Граната, живее! Он прижат! Заходи, сюда! Все, патронов почти не осталось! Или нет? Прикройте меня! Пошли! Пошли себе! Или нет? Ты что творишь? Не думайте о смерти, иначе растеряете уверенность в своих силах и сами силы. Сожмите волю в кулак, сконцентрируйтесь, оставьте страхи и кошмары. Сосредоточьтесь на враге, пробудите в себе ярость к нему. Вы сильнее вонючих фрицев. Вы стоите на родной земле! Комиссар Яков Дерганов. Ополчение завода «Красный Октябрь». 30 января 1943 года. Площадь павших борцов. Товарищи! Нам выпала честь пойти на последний штурм. Остатки 6-й армии фашистов пытаются удержать площадь павших борцов и универмаг на ней. Где-то там расположен их штаб.
Мы смогли пробиться сюда лишь к концу января. Но теперь мы здесь и готовы положить этому конец. Сегодня мы столкнемся с остатками некогда непобедимой 6-й армии фашистов. Верховное командование в Берлине бросило этих немцев на произвол судьбы. Сдаваться они не станут. А потому мы должны их уничтожить. Быть посему. Почти ото всех зданий остались одни развалины. Мы начнем со штурма школы ФЗУ на углу. Похоже, в ней засели немцы. Проникните в здание и подавите там любое сопротивление. Обезопасив фланги, пойдем через площадь. Начнем с зачистки центра парка. Если нужно, ваш командир организует дымовую завесу, чтобы прикрыть наступление. Перебейте как можно больше фрицев на открытой местности и пробивайтесь к западному концу парка, к универмагу. Останется только взять универмаг. Пробейтесь к нему с боем. Проникнув в здание, уничтожьте врага. Вот и все, товарищи. Мы можем закончить битву здесь... И сегодня за Родину в атаку! Фашисты окружены. Они недооценили нас и не смогли захватить город. Пришло время расплаты за Сталина! Дыхание сбил. Купите! Снайпер! Товарищи! Спасите! Дайте отдохнуть. Снайпер! Ложись! Спасти! Помогите! Ищите! Ложись!
Помедленнее, Дрой. Я вижу. Немцы подошли к Сталинграду гордо, будучи полностью уверенными в своем праве брать все, что захотят, у тех, кого они раньше называли союзниками. Посмотрите на них теперь. Гордость немецкой армии окружена, растоптана, брошена верховным командованием и фюрером, который хочет забыть об этом, как о страшном сне. Она сломлена железной волей советского народа. Но не будем забывать о цене, которую мы заплатили за победу. О бесчисленных бойцах 62-й армии, погибших во имя свободы. Им удалось совершить невозможное – устоять и одолеть врага, который еще не знал горечи поражения. Мы добились своей победы. Здесь, среди развалин Сталинграда, Советский Союз доказал всему миру, что Германию можно сломить, что мы не потерпим ее наглую, варварскую агрессию, что из пепла павших врагов может возродиться надежда!